Всем привет, друзья! Вы на канале Лина Лайф. Друзья, меня что-то терзают смутные сомнения. Какой сериал все-таки на самом деле смотрит у нас Судакова? Наговорила Кизилова Щербет. Я что-то думаю, не сериал ли под названием «Кая» канал «Волчица»? Все продолжается вот это копирование Судаковой. Может быть, ей самой уже стало интересно, и она стала смотреть, как сериал, новые выходящие ролики этого блогера. Кая, конечно, зажигает. Появилась вновь в недавнем своем ролике, в нижнем белье. Копирует, полностью копирует. Нет, неправильно я говорю, не полностью. Про беременность нам пока еще не говорили, не додумалась до этого. Ну, как говорится, еще не вечер, все может быть. Там смотреть, я не знаю, кому-то смешно, кому-то ужасно. Там в комментах пишут разные, конечно, у Каи. От гормонов растет живот, растет задница. Бюстгальтер пустой, потому что все-таки это мужская грудь, вернее, отсутствие женской. Поэтому бюстгальтер лезет буквально на подбородок. Он же пустой. Правильно? Но человек, раз уж взял скопировать, скопирует. Появляется. Показывает себя. То есть подражает. Делает хвостики. Перемалывает кофейные зерна. Делает кофе. Идет на балкон, прикуривает сигарету. Но прикуривает ее именно как мужчина. Вот именно как мужчина. Я обращаю всегда внимание на это. Вот посмотрите специально, может быть, если интересно кому-то, именно этот момент, как прикуривает Судакова. Что курит не в затяг, это уже мы уже знаем это, да. Ее особенность. Но постепенно, мне кажется, она все равно втянется в курево. Хотя она как бы еще и не подсела, потому что она не затягивает сигареты. Но постепенно все равно же она вдыхает дым. Все равно какой-то процент. Вот. А Кая или Кай прикуривает и курит как-то по-мужски. Ну, конечно же, по-мужски. Жаль, что гормоны, которые употребляет, да, данный блогер, для того, чтобы голос был, да, фигура, женоподобная такая как бы стала. Жаль, что не уменьшит роста и размер, допустим, ноги. Не уберет мужские руки. Не убирают гормоны, щетину, которая чернеется где? Вот. Усы, борода. Со мной это никуда не скрывается. Ну, кто знает, что дальше будет. Может быть, и как-то изменится эта ситуация. Человек очень стремится, конечно, походить на женщину. То, что носит вещи давно, это мы знаем. С детства, что ли, я так понимаю, там, с юношества. Хотелось походить на женщину. Он выбрал себе, пример, на который, подражает, копирует. Да, Судаков. Я говорила, Судаков случайно не этот сериал смотрит. Кто знает, может быть, втянулась. И вот эти вот словечки ее, фразы и предложения. Крылатые выражения. Все это Кая постоянно произносит и демонстрирует. Да, и тоже был уже ролик. Запах какой-то в комнате. Все лезло туда, к вытяжке, якобы оттуда. Все, что мы уже видели у Судаковой в роликах. Разговоры про этого бывшего Стаса. И вот надо сказать, отдать должное Кае. Стас-то вообще-то существует. На самом деле. А то Судакова все под вопросом. Мифический, может быть, вполне возможно, что он мифический, этот тортик. То ли есть, то ли нет. А вот у этого блогера, у мужчины, и есть мужчина. Так что, Судаков, обыграл тебя этот блогер. Наверное, так.
Это тоже трэш-контент, за которым люди наблюдают, кто с ужасом, кто со смехом. Ну, безусловно, Кая не досконально уж копирует, конечно, Судакову, много из своего что-то, из своей жизни, бытия, так сказать, много. Ну и сходство. Вот. В подаче контента есть. Ну, это все умышленно, это понятно. Чтобы писали комментарии, сравнивали с блогером. Тем более, человек, видишь ли, поклонник Судаковой, фолловер ее. Ну, поэтому, как бы вот отсюда все и пошло. А Судакова-то у нас куда делась? Она ведь обещала нам с вами на стриме на своем воскресном. Воскресенье же был. Да. Что прям как вот прям стахановец с понедельника начнет делать ежедневные ролики. Она так и сказала, я это помню прекрасно. Буду выпускать ролики, ну, возможно, и выходить в стримы. Мне как-то надо заняться этим вплотную. И что-то мы сегодня ничего не наблюдаем. Я вот что-то подозреваю, что, наверное, от выпитых вчера этих трех стаканчиков. Ну, то, что она добивала коньяк, который остался у них, как они с Женей начинали эту бутылку. Вот, была она начатая уже бутылка, когда она на стриме наливала себе Судакова. Может быть, сил не хватило уже после выпитого, в смысле, на ролик, сделать ролик какой-то. Возможно, я ошибаюсь, друзья, возможно, ошибаюсь. И ролик уже сделан, и мы обязательно увидим. И, конечно, мы что увидим-то? Ну, что нам блогер обещал? Матрас, покупка матраса. Она же сказала, я куплю, пойду в магазин и куплю матрас и положу его, чтобы вот этот вот уровень все-таки увеличить. Ну, видимо, койка с этими краями все-таки не очень удобна, да? Давайте говорить прям, не очень удобно вылазить вот это, из этого всего залазить туда, в эту койку. Хотя тортик, когда был у нее, когда он там был, в субботу, что ли, может быть, в какой-то другой день он был, он отметил, что как хорошо ему отдыхается на ее койке, в ее спальне. Она говорит, он пришел. Я так поняла, уже под вечер. Ну, сел там где-то, где кухня у нее, в общем. И что-то она стала с ним разговаривать, что-то она ему там рассказывает, а он прям засыпает, прям вот у него глаза закрываются. И она прям быстренько-быстренько побежала, кондиционер в спальне включила, шторы задвинула, все, ему расстелила, постелила и уложила. И он сразу уснул. И он после этого ей говорит, так как у тебя, я нигде не могу отдохнуть, выспаться. Она говорит, да, у меня особая атмосфера в спальне. Я и сама прекрасно сплю. Мне снятся хорошие очень сны. Я высыпаюсь. Вот такая вот там аура в спальне, понимаете, вот такая хорошая атмосфера и энергетика. Ну, а вышла я с очередным своим обзором, как бы и не на Судакову совсем, а вот именно про, сказать про этот канал «Волчица», про Каю. Давно я не заглядывала просто на этот канал. Что-то меня занесло туда. Смотрю, как бы много уже видео с тех пор, как я там какие-то смотрела, поглядывала. Уже выпущено много новых видео. И поэтому я решила с вами поделиться. Кто смотрит, допустим, этот канал, пишите в комментариях. Раз уж эти два блогера идут как бы параллельно друг другу, но это, конечно, с подачи Каи. Ну, а мы будем смотреть, кому интересно, конечно, этот блогер, канал «Волчицы». Конечно же, верить блогеру, конечно же, друзья, конечно. Будем подыгрывать. Ну, нам же нужен такой тоже контент. Тем более блогер так старается убедить всех в том, что он женщина, что даже раздевается, но говорит, голый я вам не покажусь. Как бы вы этого не хотели. Ну, слава богу, и на этом спасибо. О своей маме Кай только упоминает. Мама с ней вместе не проживает. Говорит она, что маме жилье оплачивает. Ну, естественно, мама разве захочет вот это вот, чтобы у нее на глазах все это происходило, все эти съемки.
и все эти превращения сына в дочь. Хотя за столько лет, может быть, она уже и привыкла, может быть, в чем-то и сама виноват, может быть, ее вина в чем-то есть, вот, что это все происходит и происходит давно. Может быть, и нет ее вины. Ну, а мы ждем от Судаковой. Все-таки я заканчиваю Судаковой свой обзорчик. Ждем от Раса покупки. Обещала? Давай показывай. Все. Всем пока-пока. Увидимся.